Что значит открытое и закрытое сердце у человека? И как женщине открыть сердце для счастья, для любви, для новых отношений? Смотрите, как все устроено. Женщина, у нее есть принцип. И этот принцип отличается от мужчины. Условно, если отбросить мирские всякие элементы, то женщина — это тот человек, который готов принять от мужчины, а мужчина — это тот человек, который готов дать. А что женщина может принять от мужчины? Женщина может принять от мужчины по физиологии семя и выносить ребенка. Женщина таким образом устроена по принципу принять, а мужчина по принципу дать. Таким образом, все абсолютно устроено у женщин и мужчин по этому принципу. Как обычно происходит, женщина начинает думать: что э, я должна принять мужчину только в случае, если он первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Смотрите, допустим, у мужчины есть 50 показателей, он может хоть чуть-чуть, но зарабатывать деньги. Вы ему нравитесь, он бы хотел там с вами переспать, ему бы хотелось для вас жить, работать, для, там, чтобы потом растить совместно детей вы же его не принимаете, потому что у него внешний вид не такой, он не такой, да вы думаете, что у него там недостаточно чего-то. После этого второе. Женщина начинает думать, что принимать не важно, что она должна сама давать. И во время встречи женщина может говорить там, я ордена Ленина, я еще умная, я несчастная, я еще какая-то, я еще какая-то. То есть она не принимает, а старается отдавать. Таким образом, у женщины есть три критерия. Она должна научиться принимать любого мужчины с позиции желания этого мужчины до получения его семени. Ну, то есть интимные отношения не не вычеркивается. Но это не значит, что нужно переспать с первого дня. Но это не значит, что к этому нужно так осторожно и гадко относиться, как дикие люди. На сегодняшний день мир такой стал, что сегодня это уже не очень сложно. Сегодня есть презервативы, сегодня можно не заболевать. Сегодня от этого уже не отбиться. Но относиться к этому, как человек, который из среднего века, то есть нет, главное нет, а пересплю, убежит, не это важно. А теперь о сердце поговорим, о чувствах. Смотрите, мужчин нужно принимать. Чуть-чуть что-то сказал, говорите, я это принимаю, молодец. С мужчиной встретись, говорите, я принимаю, что он взрослый, я принимаю, что он чуть-чуть глупит, я принимаю, что он шепелявит, я принимаю, что он там чуть чудноватый, я зато смешной, зато еще какой-то. А так обычно происходит, я принимаю, но... Мама, папа, друзья, еще кто-то. И вот в итоге я не принимаю. Таким образом, что такое любовь? Это безвозмездное принятие того человека, который находится перед вами. Нравится хоть немножко, нравится хоть чуть-чуть, принимайте его. Я принимаю за то, что он есть, я принимаю, что он такой чудной, я принимаю, что у него есть проблемы, я его принимаю. Тогда это все происходит. Что такое закрытое сердце? Это нежелание принимать. Это то «но», которое стоит после запятой, да, он интересный, но у него нет машины, какой он будет, да ну его нафиг и так далее. Да, он хороший, но да что он мне даст и так далее. Понимаете, да? И почему красивые не могут выйти замуж? Потому что красивые много ставят, но я достаточно красивая для того, чтобы быть с этим человеком. Я достаточно красивая для того, чтобы быть с человеком, у которого нет там, имущества, там, молодости, ответственности. Ну и второе, это почему у мужчин нет. Мужчина должен хотеть дать. Что хотеть дать? Да что угодно дать. Если от секса... До ухаживания, до слов. Смотрите, что можно давать. Можно гладить, можно говорить, можно восхищаться. Можно давать цветочек, можно давать массаж, можно держать за ручку. Можно давать, что хочешь давать. То есть, когда мужчина начинает давать, то женщина должна начинать принимать. Да-да. А мы вырастили такое. Очень часто женщины и мужчины, она говорит, да, хороший мужчина, но и дальше я недостаточно хороша, я недостаточно умна, или но он недостаточно хорош, он недостаточно умен, он недостаточно еще какой-то. Это до, даже до встречи с мужчиной начинается. То есть как начинается знакомство. Женщина накрасила губы, пошла на работу, и после этого там, ей кто-то пишет в Тиндере или кто-то пишет как-то, она начинает смотреть фотографии, и сразу же появляется но. Но он хочет Разве вы знаете, что он хочет? Но он написал, мужчина без женщины всегда глупым становится.